Привет! А мы гуляем. Гуляем по Москве. Да. Сегодня какое 6 сентября, очень тепло, как будто лето. Идем на Красную площадь. По-моему, это фанера. Фанера. Чуть-чуть. На самом деле, это все слышно, да, будет? Да. На самом деле, клево, все красиво, но очень много народу, и это напрягает. Даже раз, вот посмотрите, да это еще мало. Посмотрите. Все очень здорово, мы не можем найти паб, вот этот St. Peter's and... Уже пиво хочется попить, а мы ходим. Да, ходим, что-то тупим, короче, но ничего, еще не сильно поздно, надеюсь, места будут, а позже мы расскажем. Наконец-то добрались в этот паб. Не поверите, мы его искали час-полтора. Да? Да. А Витя не расслаблен, то, что мы не можем Аэрофлот забронировать. Вот пиво тут, смотрите. Вот. Давай, чирс. Чирс. За отпуск, за отпуск. Чтоб он круто прошел. Весело и много. First day of our vacation. Вот одевалась в этой Заре всегда. Мы с мамой приезжали, именно в эту Зару ходили. Я там пальто купила. Ну, я думала, я самая модная буду в Оренбурге. Это был первый курс. А в итоге? Нормальная была, но не самая модная. Я немного вещей у меня было, денег не было. Карина, блин, с Кариной тут сидим последние несколько минут. Что, последний, крайний? Крайний, да, на пиво. Она пьет и такая, типа, я не пью, короче. Нет, давай вместе выпьем за встречу. Это на память, да прикольно, на память. Скажи тоже что-то хорошее, типа, нашей встречи. Да. В общем, так, это камера, да? Я, блин, я так нереально рада, что с вами встретилась. Ребята, я желаю, чтобы вы в этой поездке все пересмотрели, все, что можете. Привезли нереально кучу много фоток, офигенных, чтобы
мне все выслали, а то вы ничего не выкладываете никуда. Я постоянно ищу новые фотки, а их там нет. У нас какие-то тупые своего дня рождения. Нет, ну короче, не знаю, у нее какие-то тупые фотки. Витя, я надеюсь только на тебя, потому что на нее бесполезно, только селфи фотки выкладывает. На самом деле, обрати внимание на его страницу, он тоже не выкладывает фотки. Нет, а она там выкладывает селфи, а на Вите не выкладывает. Видео. Я жду ваши новые фотки. Офигенные фотки, но ты выкладываешь только селфи в зеркале. А Витя мне показал нормальные фотки. Так вот. Он тоже ж не на его странице, а на его... В компьютере. Ну, в компьютере, вот, то есть... То есть он их тоже в интернете выкладывает. В общем, короче, с вас новые фотки и хорошего парня мне. Да, кстати, это самое главное, хорошего парня. Гонконг, 32 этаж. Опа. Вышли с отеля нашего. Посмотрите, как тут круто. Наверх.
где мы идем, мы спускаемся куда-то вообще непонятно куда. Блин, смотрите, как шикарно. С одной стороны огромный мегаполис, с другой стороны горы, какие-то не джунгли, какая-то растительность нереальная, холмы. Мы прошли где-то минут 40, мы уже мокрые, как после 2 часов тренировки. Витя? Странная еда. Мы заказали что-то непонятное. Это суп с какой-то дыней. Грибы. Это лапша удон с морепродуктами. Ну и рис обычно, мы его в суп добавляем. Он такой вкусный, такой как в сушек. Оно у нас очень вкусно. Да, вкусно очень. А? Но она смотрит. А вот в таком мы кафе сидим. Витя, привет! А мы около бассейна. 38 этаж. Привет, Витя! Привет, я! Привет! Короче, сейчас приехали Витины друзья. Вот мы их ждем, мы пока решили зайти в бассейн. Пока! Gently holding on to you, leave it all away, gather up the words and tee them down, gather up the words, leave it all away. Большого буду смотреть. Это очень далеко. Пока.
прилетел. Кто летел, куда летел? Ой, Митила, Митила. Видишь, хочешь ты поснимай, а то на мне ответственность скажешь, я плохо сняла. А еще и пока твой результат еще не виден. Ну да. Потому что макбука нету, да? Скажи, что за коллегу, да? Полезно. Сейчас вот там вот над водой выше будет вода. Вот круто, вот стой, уже самая, вот первая и вторая вот сверху будет сегодня. Там как раз еще будет не совсем дымно, и в то же время... Кстати, небо реально прикольное. Ну, вот, ну, ты вниз посмотрел. Так я вижу. Стой особенно, ощущается. Стоячково, да? Да, и так. Прикольно. Давай снимем. Ну я вас типа снимаю, но хотите, могу со спины, конечно, без проблем вообще. Видите, сейчас снимаю. Давай. И застанцуй, пожалуйста, этим ночам. Давай скажем. Давай. В общем, мы поднимаемся по канатной дороге на кристальной кабинке. Видите, ну да? Вообще. На самом деле очень красиво, так зелено. Витя, меня даже не видно с твоей кромки. Очень красиво, так зелено. Вау! Потом все равно видят, видимо, там наложит музыку. А ты что-то скажи. Я хочу. Реально заглавишься. Слушайте, там вот Миша. Мы с хорошей компанией, с нами Паша, Нина. Покажите себя. Все здесь. Мы бесим всех тут людей уже, потому что не даем им пофоткаться. Ну, короче, все круто, все здорово, только хочется. Надеюсь, мы сейчас попьем. А вон большой Будда. Never fade away. I want it all.
теперь наверх также, да? Мастер. А на самом деле это ниже лица там надо как-то не запрыгивать. Секунду. Блин, поговорим. А здесь вот такие, видите, здесь вот такие, поговорим. Я такой стол, сейчас увидишь, вон, смотри. Это вам не тебя. Нам, наверное, туда, налево. Сейчас, мы снова поднимемся.
гуляем, пытаемся найти выход домой, потому что уже наши друзья нас ждут в номере, а мы все где-то гуляем. Вообще, скажите, на Нью-Йорк похоже, только пахнет Азией. Самый центр Гонконга называется... Какой район? Чим Ша Цуй. Привет! Красота на самом деле нереальная. Это памятник Брюса Ли. А вон красота, и что тут Брюс Ли. Ну, он тоже красивый, какой накачанный парень. Парень с деревьями. Такой жилистый. Да. Давай, типа, целовашки там, обнимашки. Хочешь фотки смотреть? Я хочу. Мама, папа, привет. София, привет. Мама, папа, это поле чудес. Привет. Передаю вам привет. Мы с нашими друзьями. Нина, Паша. Нет, они очень классные. Они нас снимают. С ними весело. Надеюсь, мы еще с ними увидимся, а то они поселились в другом отеле и завтра уезжают, и мы будем по ним очень скучать. И мы будем по вам очень скучать. Да, и надо будет еще увидеться. This is your ending fire, then we shall all burn together. Watch the flames climb high into the night, calling out Father, oh, stand by and we will watch the flames burn over and on the mountainside high. And if we should die, we should all die together. Raise a glass of wine for the last time. Calling out Father, oh, prepare as we will watch the flames burn over and on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain. I see fire burning the trees, and I see fire. Hollow souls, I see fire. Blood in the breeze, and I hope that you remember me.
too close to the flame. Calling out Father, oh, hold fast and we will watch the flames burn all along the mountainside. Desolation comes upon this earth. Now I see fire inside the mountain. I see fire. Время 4 утра, и вот на улице вообще очень темно еще. Мы, как всегда, ни хрена не выспались, и вот сейчас поедем в Сингапур.
Надеюсь, там отель будет получше, чем вот этот. Ну, спасибо этому тоже отелю за то, что приютил нас в первые дни. На самом деле отель не очень, но очень хороший район, все рядом, обменник, рестораны, кафешки, магазины. Гонконг очень крутой, обязательно сюда вернемся когда-нибудь. А сейчас едем в Сингапур и будем тусить дальше. Мы пытаемся поймать такси, но что-то вообще дорога пустая, нету ни одной машины. А вот что-то едет походу. Диана ушла в 7-Eleven и вот. Диана, давай быстрее, там такси едет. Диана. Город вымер, все спят. Мы поймали такси, вот едем в аэропорт сейчас. Тут очень интересный такси. Водитель открывает у себя задние двери специальной ручкой. Вот. Ну и, наверное, не видно будет. А мы доехали до аэропорта. Людей вообще нету, пустой аэропорт. Погода по кайфу. Вот сейчас будем ждать рейса. До рейса еще часа два. Вот, кстати, аэропорт. Че, Дианка, хочешь что-нибудь сказать? Да, мы очень спать хотим. А так все вообще круто. Мы отдыхаем, так не хочется в Уренгой. Какой Уренгой, о чем дальше? Погода вообще в самый раз, сейчас не жарко, прям тепло, так по кайфу, короче, все. Только надо сейчас найти наши авиалинии, потому что у нас какой-то лоукост. Короче, взяли за такси с нас 315 гонконгских баксов, это 1500 рублей за 40 километров. В принципе, это адекватная цена. Все, пойдем искать свой рейс. Аэропорт был пустой, но все равно тут дикая очередь. Два парня работают. Мы прошли регистрацию и сейчас решили позавтракать. Потому что тут duty free и все вообще магазины не круглосуточные, а с 6:30. И нас еще до рейса час, и вот мы решили покушать. Ну, кроме Макдака, тут все дорого, как всегда. Поэтому мы едим какой-то мак-завтрак, непонятно что взяли, видите, вот какие-то штучки. Капец, я так устала, 6 утра, хочу спать сильно. Тут холодно, так в аэропорту, я в шортиках одних, а все китайцы в джинсах почему-то хотят. Жара 30 градусов. Китайцы. Покажи, какой красивый аэропорт. Сейчас покажешь аэропорт. Вот такой вот аэропорт. На самом деле людей вообще мало, нам повезло. Да, конечно, мало. Но не так много. В Китае везде очереди. Вот на самолет тоже опять дичайшая очередь стоит. Посмотрите. Мы сидим, пока все пройдут. Так вот там покажи. Обратите внимание на цвета сидений. Это просто синее сиденье, это типа самое дешевое по выбору. Вот спереди нас покажи. Желтые сиденья. Это типа уже дороже, приоритетные сиденья. Короче, скоро полетим. Just for